Всем привет! Сегодня 31 августа 2017 года. И мы приехали на дачу. Я получила посылочку из Нижнего Новгорода с флоксами. Здесь 9 штук. И я решила их посадить вдоль вот этой дорожки. Летом у меня стояли петуньи, но петуньи я в следующем году буду ставить вот где дом рядом. Горшки эти и вазоны. А сюда я решила посадить многолетние флоксы. И сейчас я вам расскажу, что я посадила по сортам. Вот, значит, первые два. Это у нас сорт Гжель. Дальше Любовь Орлова. Третий. Четвертый, пятый. Это Владимир. Этот флокс устойчив к болезням очень. Дальше идет у нас две штуки румянова и две русских красавица. Вот, поэтому в следующем году, я надеюсь, немножечко они подцветут, маленькие еще. Вот, здесь у меня вот эти флоксы уже отцветают. Так, горшки я почти все убрала. Осталось вот два с петуньками. А, три, вот третий, он тоже распускается. А, значит, что у нас там? Ну вот, ива, плакучий гном. Она подросла. Причем расти она начала вот буквально сейчас. К осени ближе. А вот они, елочки. Заезд для машины. И вот такие вот у меня елочки хорошенькие. Вот, кстати, как домик с этой сторонки. Вот они, окошечки. Так, сосны. Что еще? Что еще я сделала? Помыла я еще, я говорю, горшочки. Крышу с качелей мы уже убрали, потому что осень, и на зиму нужно ее убирать. Вот как будет смотреться эта дорожка. Потом это будет, конечно, красиво. Вот такие вот здесь барбарисы, грин карпет большие. А здесь зацветают георгины. Зацветают. Надо пообрезать, которые отцвели. Ива. Так. Это у нас гортензии все. Сейчас я вам покажу гортензии. Ванила фрайс. Вот они начали розоветь. Вот такие у них шапочки стали красивые. Вот такая красотень. Это ванила фрайс. А лайм лайт пока желтого цвета. Ну, а вот эти буйствуют. Вот такая красота. Дальше. Что дальше? Это гортензия. Ее тоже скоро надо будет обрезать. Обрезать. Хосты, хосты сидят. Тут цветет он даже. Вот у нас расцвел. Все время путаю крыжовник, шиповник. Расцвел шиповник. Вот такая красота. И очень. Ой! Вот это запах. Обалденный запах. Вот такой кустик шиповника. Так. Груша. Подрастает, она очень поздняя, поэтому позже будем собирать урожай. А вообще, конечно, уже ощущается дыхание осени. С утра у нас сегодня было вообще 6 градусов. Сейчас градусов 16. Вот моя красавица. Вот такая. Вот такая вот красота. Вот еще одна. Ей все забываю подставить. Она у меня совсем наклонилась. Ну, какие большие крупные яблоки. Она у меня наклонилась. И ей надо вот туда вот выпрямлять. И все время я забываю. Все время я забываю. Ну ладно. Так.
Роза отцветает уже, ее тоже обрезать. Ну, здесь тоже яблоки. А дальше краснеть начинает девичий виноград. Гортензию тут уже буду обрезать скоро. Вот, пожалуйста, клубничку, которую я обрезала, по-моему, 16 августа. Она начинает вот так вот отрастать. Я ее обрезала, обработала фунгицидами и удобрила. То есть вот такая грядочка. В этом году она дала хороший урожай. Так, что еще? Тут какой-то сорняк у нас, мы его выкинем. Ну вот, как поживает моя елочка. Вот это вот, который так, сейчас мы выкинем сорнячок. Опа! Вот моя елочка, которую посадила я в последний раз, когда была. Вот она в таком виде. Хорошенькая лиственница. А здесь Sweet Summer гортензия. Это все годовалые кусти. Какие годовалые? Нет, это не годовалые. Это в этом, этой весной я сажала. Такие кустики. Вот такой домик. Солнышко. Красота. Прохладно. Тепла нет. Ну вот. Вот эта елочка еще разочек. Так, это Хорцмана. Здесь тоже гортензия Sweet Summer. А здесь буйствует гортензия Magical Moonlight. Вот. И вот. Ее надо, конечно, тоже чем-то было подставить. Мощные у нее такие. Ух, цветы какие. Начинает чуть розоветь. Это гортензия Little Lime. Вот так вот она начинает розоветь тоже. Пузыреплодничек. Дьявола штамбовый. Вот еще одна Little Lime. Гортензия. Клен фламинго. Вот такое все. Скоро будет уже. Будут деревья сбрасывать листву. Вот хвойнички радуют всегда. Очень люблю хвойные растения. Вот так вот в таком виде сейчас все. Завтра уже 1 сентября. Наступает календарная осень. Ну и так она уже осень ощущается. Ночь холодная. Роза вон дала много разных побегов молодых. Она еще в бутонах, она еще будет свисти. Но она болеет постоянно. Я ее лечу. Так, вот она, эта клубничка, которую я грядочку сделала новенькую. Тут у меня петрушечка. Вот так. Здесь вот этот барбарис, который тоже, слава богу, пошел расти. Это зацветает гортензия Grande Flora. Гортензии у меня очень много. Я их люблю. И у меня их очень много. Вот еще раз я вам отсюда покажу. Буйство такое. Красота. Как вот такие гортензии можно не любить? Это же очень красиво. Значит, барбарисы вот эти болеют. Два. Крайний болеет и вот этот крайний. Кораните здесь нравится. Вот этот барбарис коронита. Год у нас не яблоневый в этом году. У нас вот груша. В том году было очень-очень много яблок. Мы возили прям такими огромными пакетами. Так что, в принципе, сегодня я приехала вот посадить мои флоксики, 9 штучек, и помыть еще там 4 горшочка. И все, сейчас мы будем собираться. Завтра 1 сентября. Нужно готовиться, поэтому мы сейчас уже будем отчаливать. Вот я покажу вот такие еще, вот они, флоксики. Они тоже очень красивые, вот эти мне только дали они первый год, вот эти. А это второй год у меня. Вот она, елочка Хупси. Вот так вот топлил девичий виноград хозпостройку. А сейчас еще я вам покажу. Вот такие туи стали, они подросли за это лето. Более так распушились.
там вот елочка маленькая еще одна. Ну, в принципе, на этом все. Я буду заканчивать. Будем выезжать. Всем желаю хороших урожаев. Всем желаю отличного настроения. До скорых встреч!